Встречаем удивительные закаты в Баракае. Солнышко вот-вот-вот прячется, смотрите. Этот остров славится тем, что, ну так говорят в интернете, что здесь самые красивые закаты. Good evening, ma'am. Thank you. Tomorrow. Очень красиво, очень много людей фотографирует. Солнце падает, 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 падает. Уже это нереально. На горизонте кораблики такие. Парусами. Очень красиво. Кто-то на парашюте поднимается в небо. Вот и солнышко уже нету. Очень красиво, очень красивое место. Не хватает слов для того, чтобы заменить фразу «очень красивое». Смотрите, какая большая рыба! Это капец! Короче, мы пришли на этот маркет, и здесь будем выбирать рыбку, которую мы будем кушать, и нам прямо ее здесь почистят, пожарят и приготовят. Очень классная тема. Короче, смотрите, вот такие ряды. Да, люди фотографируют это все. Какая огромная рыба. Вот. Вот есть такая... Thank you. Немножко покажу вам рыбы. Хотела уже переходить на украинский язык, потому что мы только что общались на польском вообще. Тут очень-очень интересно. Смотрите, сколько людей. И они все что-то такие носят. Какие они носят. А это они что-то... А это, дивіться, а это такая... What is the name? Lobster. Lobster, lobster. Короче, это lobster. Дивіться, люди. А они стоят и дивляться на меня, что я так не думаю. Класно, тут дуже круто, дуже круто. Дивіться, яку штуку він тримає в руках. Yes, прав. Можна чи ще щось таке? Рибка фіш. А рибу я не знаю, може якусь смачну. Бо ми запитували рибу, але вона вийшла не смачна червоного кольору, то я б хотіла щось інше.
Yeah.